Здравствуйте. Меня зовут Кристина. Фамилия Рудая. Мне 4,5. Я живу в городе Москва и занимаюсь детской студией актер. У меня есть морская свинка. Ее зовут Маша. Она живет тоже в городе Москва. А фамилии у нее просто нету. Ну вот, она бегает по нашему дому. А мы с ней, я ее катаю на спине. Какой-нибудь. Ладно. Жили-были бабушки. Жили-были гуси. Жили-были волки. Ладно. Зайку бросила хозяйку. Под дождем остался зайка. Слезть с скамейки он не мог. Весь до ниточки промок. Пошел вон!